23 июня в Центре профессиональной подготовки Главного управления МВД России по Московской области имени Героя России майора милиции Валерия Тинькова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 20-му юбилейному выпуску слушателей подразделений специального назначения. Я бы хотел вам пожелать, чтобы в вашей службе, в первую очередь, конечно, удача, но удача основывается на высоком профессионализме. Ну и чтобы вы всегда-всегда возвращались домой к своим женам, детям, родителям. 154 слушателя со всех регионов Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет почти 4 месяца обучались в центре по программам профессиональной подготовки, предусмотренной для сотрудников подразделений специального назначения. Учеба заняла 3,5 месяца. Вот, в принципе, все как бы понравилось, можно сказать, от преподавателей, да, что они дали нам очень богатый свой опыт в каждой специальности, в каждом предмете. После торжественного построения и приветственных слов прошло возложение цветов к мемориалу памяти погибших сотрудников органов внутренних дел.